Дерево как живой памятник герою. В память о своем дедушке, летчике Николае Самыкине, волонтер Анастасия Самыкина посадила в Похвисневском районе дуб. Мой дедушка Самыкин Николай Петрович, он с Куйбышева, его забрали на фронт. Он воевал, был летчиком, удостоен множества наград. И когда я высаживаю деревья, я отдаю дань памяти не только своему дедушке, но и всем участвующим в этой страшной войне. Только из одного Похвисневского района Самарской области на фронт ушли 16 тысяч человек. Те, кто остался в тылу, самоотверженно трудились и также внесли вклад в общую победу. Здесь изготавливали оружейные приклады, телеги и снегоступы. Но у каждого жителя Похвисневского района, я чувствую просто это как бы в глубине как бы скорбь и глубокое уважение именно этим людям. В патриотической акции «Сад памяти» участвуют все страны бывшего Советского Союза. Всего запланировано высадить 27 миллионов деревьев. Лес сажают по схеме – 3 ряда дуба, 1 ряд березы. Также в Похвисневском районе высадят 15 тысяч деревьев по региональному проекту сохранения лесов национального проекта «Экология». В Самарской области в этом году мы 545 гектар высадим саженцев. Значит, ну это в рамках национального проекта сохранения лесов. Это как бы второй год у нас реализуется, вы знаете, национальный проект. Здесь вы видите комбинированную посадку, идет механическая посадка, ручная. Принять участие в акции может любой желающий. Дерево в память о герое войны можно посадить у себя на даче и отметить его на интерактивной карте на сайте садпамяти2020.рф. Лариса Шлафаст, «События».